Магазине Tiki Closet появились новые куртки. Вот, появились куртки с новым модным утеплителем, который до 40 градусов держит. То есть Колумбия, оказывается, бывает и теплая. Трехслойная, со специальной изоляцией. Omni Heat держит тепло. Есть разные размеры. До какого размера такие куртки? 2XL. 2XL. Это какой вот в Европу, если это переводить? 54. До 54 размера. То есть очень больших размеров нет, но куртки такие вполне. Они с мембранным покрытием, мембрана, теплоизоляция. Появилась Колумбия, пуховики женские. Женские удлиненные вот пуховики Колумбия, которых не было раньше. А сколько они? Миллион? 1 500 000. 1 500 000. Вот. А по короткие? 1 350 000. 1 350 000. Разные совершенно цвета. До какой такие температуры тонкие? Это до минус 15-20. До минус 15-20 градусов. Вот. Разные совершенно цвета. Яркие, легкие. Легкие курточки, пуховички. В общем. А, и еще появились штаны с начесом, которых не было. Такие утепленные. В России похолодало. А сколько теплые спортивные штаны? Это 220. 220 донгов, да? Ага. Так. И джинсов. Джинсов, смотрю, у вас стало больше. Это, по-моему, только для девочек, да? Девайс 550. О, этого не было? Да. И сколько стоит у вас Левайс? 550. А это шьет Камбоджа или Вьетнам? Это Вьетнам. Вьетнам шьет Левайс. Вот так. Появился Левайс. 550 донгов? Да. Абсолютно адекватно. И женские? Женские пока нет, женские. А какие? А, сейчас только мужские джинсы, да? Да. Вот. Но будут женские, потому что у вас будут, были. Да, будут, да. Были, были. Теплые пуховики. Шортики появились, такие летние, которых не было. А, еще появились толстовки. Они продаются отдельно или это спортивный костюм? Отдельный. Сколько стоит? Это будет 280. 280 донгов? Да. Минус скидка? Это скидка уже, скидка. А, понятно. Но если у вас карта есть, 250 будет. Вот так. Ну, такие мягкие, теплые. И серенькие, и черненькие, и синенькие. Adidas. Оп. И Nike толстовки. И вот такие. Cool Day. Что-то такое написано. Зелененькие. Слушайте, в общем, тут теплый ассортимент появился. Футболок стало больше. Вижу. Спортивные шорты. Спортзал. Спортивных штанов появилось много разных. Спортивные костюмы. Спортивные костюмы есть и больших размеров. Тут много чего. Про весь ассортимент поди расскажи. Ну, его действительно много. Ветровки, утепленные куртки. Боже, огромные куртки. Это какой размер? Ой, извините, а это очень большой размер, я смотрю. Да, тоже большой размер есть. Какой? Вот этот. Это вообще огромный. Ну да, это очень большая куртка. 56. Да, 56, 58. 58 даже. Белые спортивные штаны. Белые, красные. Белый, красный, желтый, черный, синий. Серый. И шортики. Шортики появились вполне легкомысленные такие, по 150 донгов, в которых можно заниматься спортом. Ходить в спортзал. И тут же теплые куртки. Вот. О, юбки. Юбки манго тут хвалили, кстати, в чате туристы. Есть что выбрать. А, и детские спортивные костюмчики есть тоже. Вот детские такие утепленные спортивные костюмы. Динозаврики. Футболка с динозаврами. Кстати, спрашивали в чате. Где найти динозавриков? Вот тут есть динозаврики. Сколько стоят динозаврики?
Вот этот 200, это костюм не будет. Внутри. А, шорты. Это костюм? С шортами 200 лонгов стоит в динозаврике. Вот. Маленькие шортики, маленькие рубашки. Вообще, что тут только нету. Вот. Магазин Тики Клойс. Во сколько вы открываетесь? С 11. С 11 и до 20. 9:30. До 9:30. Да. Вот, всем хорошего отдыха. Заходите за одеждой.